Расскажи немного о себе. Я мама и жена CEO компании Рисун. Я закончила педагогический университет и по специальности работаю не пошла. Мы начали путешествовать по миру. Мы жили, можно сказать, в своей удобной семье. И у нас родилась прекрасная дочка. Она пошла в садик, и я поняла, что у меня есть свободное время. И я хочу свет привет, я хочу новый зад. И именно в компанию Арифлейм я пришла за тем, чтобы стать лидером, чтобы получать доход. И именно я пришла на личный бренд. На личный бренд это личность. И пришла к ней, потому что знала ее достаточно давно, знала о том, как она растет, какая команда будет. Я видела всю эту атмосферу, в принципе, я лет 16 пришла первый раз в компанию. И посещала мастер-классы, визажи, ездила на тусовки, в Трубовск. И так далее. Но пришла на личный бренд Натальи, потому что это человек, которого я знаю очень-очень давно. Вот. И рассмотрим, скажем так, более глубоко тему личного бренда. Почему это очень важно? И личный бренд – это наш пассивный метод рекрутинга. Бизнес приходит на человека, на личность, на лидера, то есть на те события, которые происходят вокруг нас, да, то есть если мы посещаем вечеринки, мастер-классы, это все выкладываем в интернете, конечно же, у нас создается определенный образ, да, поэтому очень важно правильно создавать этот личный бренд, да. Я немного расскажу о том, что нужно использовать для продвижения личного бренда. Да? Какие фото должны быть, какие видео. И немножко покажу свои примеры, покажу, как делаю лично я. Значит, вы должны, конечно же, выкладывать свои фото и видео в соцсетях. То есть это может быть Facebook. Instagram. Сейчас у нас очень-очень много есть возможностей и возможных сайтов, где мы можем продвигать свои книги. И изначально, я сейчас в данный момент работаю больше в Instagram, честно скажу, то есть подпоминаю, но и там тоже. Вы должны выкладывать, во-первых, давайте начнем с того, какое должно быть фото. Да? Фото должно быть качественно, это должно быть не размазано, четко, желательно, чтобы лицо было крупным планом, да, без очков, и в таком вот максимально открытом виде. Вы должны быть узнаваемы, вас должно быть очень много, и создавайте свои страницы. В Facebook, да. У вас может быть не один аккаунт, а несколько. Можно завести канал на YouTube. Там тоже по оформлению немножко позже расскажу. Но в принципе, вы выкладываете видео, те же вебинары, которые вы проводите. Вы можете самостоятельно делать, например, мастер-классы или какие-то свои презентации, да, делиться продуктом с своими клиентами и проводить встречи онлайн. То есть можно по скайпу, конечно же, можно по Viber, WhatsApp и так далее. Программ достаточно много, в принципе. Вы выбираете то, что удобно и близко вам. Продавайте и продвигайте свои знания, опыт. Должны быть, конечно же, публичные выступления. То есть, к примеру,
Это наши же бьюти-вечеринки, это, возможно, мастер-классы, возможно, какие-то отдельные, к примеру, посвященные спорту или бьюти, день красоты, да, то есть вот такого плана мероприятия можно проводить и таким образом продвигать свой спред. Как работаю я лично в Инстаграм? Что должно быть в вашем профиле? Конечно же, первым делом нужно оформить свою страничку правильно, да? У вас должна быть чистая фотография и немножко рассказать о себе. То есть, например, чем вы увлекаетесь, что ваше хобби, что вы любите, для чего у вас эта страничка? Может быть, это только по продукции, может, это именно для бизнеса. Да, то есть, как может быть, одна только продукция, одна... И так оформляю свою страничку я. Конечно, у меня это моя любовь, моя страсть, путешествия. Я выкладываю достаточно много, и буду еще выкладывать о путешествиях, но мы не забываем о бизнесе фото. И их должно быть, к примеру, один к трем, один к пяти. Вот не должно быть только бизнес. Или там только, к примеру, одни путешествия, это то, что у меня в себе, или там, например, какие-то ваши увлечения, да, и вот еще пример того, как я лично оформляю свои страницы, да, это фото с бьюти-вечеринки, это тоже продвижение личного бренда, то, что у нас можно, да, прийти профитировать нашу продукцию. О том, как весело и хорошо можно провести здесь время. Наша атмосфера, да. И то, чего не должно быть на фотографиях, это, конечно же, ну, да, я вам такой пример, немножко вроде бы, может быть, не совсем корректный, но то, чего не должно быть. Это не должно быть каких-то ваших фото с алкоголем, каких-то слишком откровенных или таких вот прям домашних, где-то беспорядок, где-то что-то в таком духе, вроде бы вам, что я дома сфотографировалась, да, вроде бы все хорошо, но это будет некорректно, это будет не для развития вашего бизнеса. Возможно, вашим друзьям это будет интересно, да, но как бизнес вы не сможете. То есть человек посмотрит на ваш аккаунт и поймет, что да, наверное, я все-таки не хочу. Мне более интересно, да, вот такого плана фотографии перед тем. Еще немного хочу рассказать о нашем бренде, да, о «Преврати косметику в деньги». Это, конечно же, у нас есть следующий сайт, который где мы можем увидеть все онлайн-каталоги, и есть обучение, и коды тестеров, и так далее. То есть это наш большой помощник. Красота как образ жизни – это очень-очень близкий такой слоган для меня, потому что именно в этой сфере, да, вот во всей этой красоте мы можем развивать свой бизнес. Общаясь, да, вот мы пришли на офис, мы пообщались с многими людьми, мы дали протестировать продукцию, хорошо провели время, и при этом мы можем построить сливки. То есть личный бренд очень-очень важен. И, конечно же, хочу сказать о том, что нас вдохновляет. Это, ну, для меня это, конечно,
Наталья, это все с интернета, потому что именно такие фото могут выставлять для презентации своего бизнеса, да, чтобы не было таких ошибок, именно эти фото я и выставила. И, конечно же, то, что меня вдохновляет, конечно, путешествие. Это менеджерская конференция в Хорватии. Это то, что у нас ожидает путешествие, это тусок, это хороший отдых. И еще немножко вернусь, извините, что так сумбурно немножко очень переживаю. Хотела еще немножко рассказать о том, что можно продвигать свой личный бренд на канале YouTube. Да? Мы можем снимать видео, те же, например, вебинары, и выставлять это на свой личный канал для продвижения фото качественным, крупным планом. По хобби, по всевозможным мастер-классам. Может, у вас есть какие-то вопросы, потому что я так сумбурно, но быстро пробежалась по тому, что хотела сказать. Может, вы меня подтолкнете на какую-то идею, на мысль, о чем, ну, как поделиться с вами еще по личным проектам. Конечно же, это то, что... Что мы вот, да, личный бренд, это образ, который создается от человека, которого мы видим, да. И, конечно же, он должен быть позитивным. Девчонки, жду вашего отзыва. Есть у вас вопросы? Девушки, есть вопросы по личным брендам? Тогда хорошего дня. Спасибо всем. До свидания. Что мне интересно, в нашей компании или в личном бренде? Да, фотографии нужно выставлять такого плана, что... То есть у меня фотографии по... Да, больше... Я написала в своем личном аккаунте, да, что... Немного о себе, да, о путешествиях и о бизнесе. То есть один к трем, один к пяти я вставляю фотографии о бизнесе, и остальное, конечно, путешествие, семья. Конечно же, идеально будет, если у вас будут, например, семейные фотографии, профессиональные, да, или, к примеру, даже, в принципе, те, которые на офисе, но очень-очень хорошего качества. Вы можете, например, вы любите готовить, вы можете выставлять какие-то свои, да, там, фотографии, но, в принципе, желательно выбрать близкую тему к нашему бизнесу. То есть что-то связанное с продуктами. Да, пошлости показывать не нужно. То есть это, в принципе, могут быть какие-то фото в купальнике, да, но вы должны адекватно посмотреть, чтобы это красиво, то есть должны знать свои лучшие стороны. Если фото в купальнике, то не такое что-то чересчур откровенное, да. То есть это, в принципе, возможно, но чтобы
себе такую, ну, не дома там одевали, покупали. Ну, в принципе, я думаю, вопросов, скорее всего, больше нет, да? Девчонки, хорошего дня вам. Спасибо за время. До свидания.